Дан треугольник со сторонами 12, 15 и 18 см. Проведена окружность, касающаяся обеих меньших сторон и имеющая центр на большей стороне. Найти отрезки, на которые центр окружности делит большую сторону треугольника. Для начала зарисуем рисунок. Треугольник ABC, O – это центр окружности, который лежит на большей стороне. Большая сторона равна 18. AB – это меньшая сторона, она равна 12. BC будет 15. Для удобства обозначим угол BCA углом альфа, а угол BAC углом бета. Запишем данную. AB равняется 12, BC равняется 15, AC равно 18. Найти AO и OC. Для упрощения записи давайте обозначим AO через X. Тогда OC будет равняться 18 минус X. Рассмотрим треугольник ABC и запишем теорему косинусов. По теореме косинусов квадрат стороны BC, BC в квадрате будет равняться AB в квадрате плюс AC в квадрате минус удвоенное произведение 2 умноженное на AB умноженное на AC и на косинус угла между ними, на косинус бета. Выразим отсюда косинус бета. Косинус бета равняется AB в квадрате плюс AC в квадрате минус BC в квадрат, деленное на 2AB, умноженное на AC. Подставив сюда значение, найдем результат. В результате получается, что косинус бета равняется 9 16. Сделаем то же самое, но для угла альфа. Тогда AB в квадрате равняется BC квадрат плюс AC квадрат минус удвоенное произведение BC на AC и на косинус угла альфа. Выразим отсюда косинус альфа. Косинус угла альфа будет равняться BC квадрат плюс AC квадрат минус AB квадрат, деленное на 2BCAC. Подставив сюда значение, получим результат 3 четвертых. Запишем основное тригонометрическое тождество. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа равняется единице. Выразим отсюда синус альфа. Синус альфа равняется корень квадратный единицы минус косинус в квадрате альфа. После подстановки у нас получается, что синус альфа равняется корень из 7, деленное на 4. Аналогичным образом мы выразим синус бета. Синус бета будет равняться корень квадратный единица минус косинус квадрат бета. После подстановки значений мы получим, что синус бета будет равен 5 корней из 7, деленное на 16. Рассмотрим треугольник COM. Треугольник COM будет прямоугольным, так как OM – это у нас радиус, опущенный в точку касания. Следовательно, он перпендикулярен. И напишем, чему будет равен синус альфа. Синус альфа будет равен отношению противолежащего катета на гипотенузу. Противолежащий катет – это OM или радиус, деленное на OC. OC – это гипотенуза. Ранее мы ее написали как 18 минус x. Рассмотрим треугольник AKO. Треугольник AKO у нас будет прямоугольным, потому что ОК – это радиус, опущенный в точку касания. Он будет перпендикулярен касательной. И напишем аналогичным способом синус бета. Синус бета равняется отношению противолежащего катета на гипотенузу. Противолежащий катет – это ОК, это равняется радиусу окружности, на АО. АО – это у нас гипотенуза или х. Разделим синус альфа на синус бета. Синус альфа, деленное на синус бета, будет равняться r, деленное на 18 минус x, деленное на r, деленное на x. И подставим сюда значение синуса альфа и синуса бета, которые мы получили ранее. Тогда у нас получается, синус альфа – это корень из 7, деленное на 4, деленное на синус бета. Синус бета – это 5 корней из 7, деленное на 16, равняется. А здесь мы разделим. Получается r, умноженное на x, деленное на 18 минус x, умноженное на радиус. Радиус в числителе и в знаменателе можно сократить. Преобразуем левую сторону.
Получается корень из 7, деленное на 4, умноженное на 16, деленное на 5 корней 7, равняется x, деленное на 18, минус x. Сократим левую часть. Корень из 7 и корень из 7 сокращается. 4 и 16 тоже сократим. Тогда у нас получается 4, деленное на 5, равняется x, деленное на 18, минус x. Избавимся от дробей. Тогда у нас получается 4 умножить на 18 минус x равняется 5x. Раскроем скобки в левой части. 72 минус 4x равняется 5x. Перенесем x в одну сторону. Тогда у нас получается 72 равняется 9x. Выразим отсюда x. X равняется 72 деленное на 9. В результате x у нас получается равен 8. OC равняется 18 минус x. Или равняется 18 минус 8 и будет 10. Допишем ответ. AO равняется 8. OC равняется 10. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.